И во исполнение поручений главы государства МВД совместно с Министерством транспорта и коммуникации и акимиатом 4 регионов приступили к созданию 4 специализированных ЦОНов. В этих ЦОНах предусматривается осуществлять регистрацию автотранспорта с выдачей свидетельства о регистрации транспортных средств и государственных номерных знаков, прием теоретического и практического экзаменов на знание правил дорожного движения и вождения автотранспорта, изготовление и выдачу водительских удостоверений. Во всех 4 регионах подразделения дорожной полиции проведена стажировка работников ЦОНов, в ходе которых в полном объеме изучена специфика. Для выполнения своих функций спецзоны должны иметь соответствующие помещения для обслуживания населения, компьютерный класс, автодром, крытый ангар для осмотра автотранспорта и площадку для парковки автотранспорта. Как уже было сказано, в настоящее время практически завершено создание ЦОНа в городе Караганде. Оборудован автоматизированный автодром, приобретены автотранспорт, установлены 3 комплекта по изготовлению свидетельства о регистрации автотранспорта и 1 комплекс по изготовлению водительского удостоверения. В начале декабря спецзон будет полностью готов к открытию. В других регионах завершение в текущем году создания спецзонов, откровенно говоря, под большим вопросом. Речь идет о городах Алматы и Актау. По информации акиматов, до конца текущего года строительство основных зданий ЦОНа будет завершено, но вполне очевидно, что инфраструктура не будет готова. Все, что зависит от нас, мы уже сделали. Создали серверный центр Комитета дорожной полиции, через которого осуществлена интеграция информационных систем МВД с порталом электронного правительства. Кроме запланированных регионов, Минтранском инициируется предложение об открытии спецзона в городе Семей. Создание такого ЦОНа до конца текущего года вполне реально, поскольку предусматривается не строительство здания, а аренда помещения под ЦОН. Это предложение МВД поддерживается. По мере готовности он должен будет подключен к сервисному центру. По городу Астана строительство спецзона срывается. В настоящее время готова только проектно-сметная документация. В этой связи акимат города Астана ходатайствует о переносе срока ввода в эксплуатационно на май 2013 года.